Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. И как мы видим, турнир закончился, заберите свой приз. Я это делаю с превеликим, ребята, удовольствием, конечно же заберу. Так, как вы видите, я в Сёгуне получил 2 звезды, и это очень хорошо, ребят. Ну-кася, заценим, что нам тут подсунут. Так, 7000 сюрикенов, это хорошо, 30 карточек Армагона. Слушайте, мы, по-моему, сможем даже прапать, если я не путаю ничего. Так, 80 золотых осколков и 35 платиновых. Шик да блеск. Что я вам могу еще, ребят, на это ответить? Так, давайте-ка посмотрим в список. Есть! Есть, ребятушки! Армагончик у нас апается, конечно же. Третью серебряную звездочку он у нас получает. Как же я этому рад, ребят. Я этому очень рад, потому что Армагон на самом деле довольно сильный персонаж. И мы открываем, смотрите-ка, новый суперудар, который называется Тра-да-да-да. Армагон устраивает засаду на врага, увеличивает силу атаки на 40%. Восстановление 4 хода. Ну и что? Мы еще улучшим с вами даже. Вот так вот. Тра-да-да-да. Слушайте, а что нам мешает еще улучшить? Погоди-ка, что нам мешает? А, уровень надо, хорошо. Давай тридцаточку сделаем. Ух ты, мы можем даже вот, нужен корабль побольше. Ребята, это торпедный залп. Слушайте, я даже не знаю, мне... Слушайте, ну торпедный залп, он все-таки массовый дамаг наносит. А три... Тра-да-да-да, это, по-моему... Одиночный. Давайте, наверное, все-таки вот это вот выучим. О, так мы и это можем, ребят. Ой, вообще шикарно. Слушайте, ничего себе у меня Армагон сегодня прокачался. Вот это да, вот это круто. Фух, так, ну что, у нас, ребята, 55 платиновых осколков. Вы сами понимаете, да? Еще 350 осколков нужно для того, чтобы мы смогли кого-то еще сделать платиновым. Ну и 103 осколка, это уже, ребят, хорошо. 103 осколка золотых. То есть... Так, а мы здесь не можем, да, посмотреть? Или можем? Нет, не можем, к сожалению, ребята. Ну, сколько там нужно? По-моему, если не ошибаюсь, 300 с копейками осколочков, чтобы мы могли с вами до 5 звезд прапать какого-либо персонажа. Ладно, это все у нас впереди. Еще очень-очень много будет, ребят, боев. Ой. Насмотримся, напишемся, ё-моё. Так, что у нас здесь? Бинокль, так, пицца. И пиццелиции нам выпадает. Ну что ж. Тоже, в принципе, неплохо. Ребят, задания я, по-моему, сегодня все выполнил, да? Да, выполнил. Поэтому мы смело с вами... О, погодите секунду. У нас есть осколочки. Поэтому нам надо подраться за них. Естественно, ребята, в обязательном порядке. Сейчас мы выбьем. Это у нас получится сколько? 2 раза по серебру пробежимся, да? И 1 раз по золотым осколкам. То есть 8 осколков мы еще золотых сейчас с вами получим. Так, отлично. Упал. Быстренько, ребята, быстренько мы сейчас все это сделаем и пойдем на арену. Я обожаю начинать арену с самого нуля, знаете почему? Потому что там противнички легкие, да, и мы очень быстро с вами хорошо двигаемся. Но, опять же, потом проходит буквально день-другой, и нас начинают скидывать. Потому что, соответственно, все начинают тоже турнир, тоже начинают с нуля. И, соответственно, там такая начинается своего рода давка за места. То есть слабеньких выгоняют, сильные продвигаются и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вот только начинаешь именно арену, все так легко и просто идет. Ну, по крайней мере, ты своих героев можешь всех реализовать. Да-да-да. Так, ну что же. Еще, наверное, да, ребят, еще один бой у нас остался. Вот, за золотые осколки. Всего их 8 штучек. Давайте попробуем. Конечно, хотелось бы получать полностью весь ревард, ребята, за все эти осколочки, но последний бой, к сожалению, я не тяну. Слишком он крепкий, слишком сильный. А так бы, конечно, с удовольствием бы. Кому помешают, да, 16 золотых осколков? Да никому. Нам они очень даже хорошо бы зашли бы. Так, ну что ты делаешь? Бум, голова упала железная. Ладно, хорошо. Наказываем за это. Жестоко наказываем. Да елки-палки, ты чё мне... Видите, ребята, а вы представляете, что будет, если я пойду на следующий уровень? Естественно, он всех закопает просто-напросто. Поэтому не будем терять время наше драгоценное. Будем идти, как говорится, по факту. Так вот, 8 золотых получили, и все, и хорош на этом. Так, что у нас дальше? Ага, турнирная арена. Ох ты, ребята!
У нас будет разыгрываться Кренка классический. Я вам скажу сразу, еще ни одной ДНКшки Кренга у меня нет вообще. Ну-ка посмотрим, сколько мы получим, например, на Сёгуне 2 звезды. Ну, это, предположим, я до сюда доберусь. 30 ДНК. Хорошо, 30 ДНК. Для того, чтобы открыть нам первого Кренга, сколько нужно для него ДНК? Давайте посмотрим, ребят. Ёпперсете. 70. То есть даже если я умудрюсь пройти лигу хорошо, все равно мне не хватит. Ой, печально, конечно. Ну ладно. А что делать, ребят? Все равно надо драться. Пускай хотя бы 30 осколков у меня будет. Ну что ж, поехали, наверное, да? Будем, как говорится, приступать. У нас же все равно больше пока ничего нельзя сделать. Хотя, подождите, у нас есть испытания, которые называются «Борцы с преступностью» и «Ярость Рафа». То есть в этом испытании мы будем зарабатывать чисто ДНК на Рафика, да? Ну, в принципе, неплохо, что я вам могу сказать. Но пойдем все-таки мы вначале на турнир. Поехали. Так, ну здесь все вначале легко и просто. Выбираем мы с вами... Да тут кого хочешь выбирай. Они все абсолютно одинаковые, все абсолютно мягкотелые, можно так сказать. Так, 10-13, да? А у меня уже с 20-очки начинается. Ну, давай попробуем накатить пару ударов. Так, здесь у нас Макмен, Рокстеди и Бакстер Муха. Ну, давай с Мухи начнем. Так. Все, Мушка упала. Теперь Макмена попробуем забомбить. Хорош, ты успокойся. Да ладно тебе. Нет, ребят, они нам ничего не сделают, потому что они 13 уровня. А у нас хоть бойцы и слабенькие, но все-таки 20 уровень, поэтому никаких вариантов на победу у них нету. Но это, как вы знаете, самое начало, так что расслабляться не стоит. Наоборот, мы с вами, как говорится, пока разминаемся и готовимся к чему-то худшему. Так, воин 2 звезды, естественно. Я надеюсь, после вот этого боя мы сразу на воин 3 звезды попадем. Так, в бой. И кого же нам выбрать? А выберем мы с вами... кого выбрать? Ну, давай вот этих вот. У них бронзовые звезды здесь, поэтому... 17 уровень уже. Да, уровень, ребята, здесь будет быстро у врагов расти. Буквально на следующий, наверное, уже будет 23-22 уровень. Мне почему-то так кажется. Так, здесь, я думаю, надо уничтожать в первую очередь Бакстера, потому что у него массовая атака, она нам здесь не вперлась, как говорится, ни в одно место. Так что давайте-ка его ликвидируем. Отлично. Так, теперь нам надо что? Ага, Карайка тут буянит. Но она ватная, ребята, мы видели. Удары у нее не особо такие мощные, поэтому давайте-ка мы, наверное, с вами Бибопа разберем сейчас. Переоделся он тут, видите ли, в зайчика. Да елки-палки, блин, сейчас Микеланджело мне завалят, по-моему, ребят. Вот что-то чувствуется так. Ну, ага, меткость понизили, все. Ну давай, Бибоп, не подведи. Молодец, красавчик. Ну все, караечку мы уже с вами быстренько сейчас распишем. Она даже улыбнуться не успеет и ничего пикнуть нам на прощание. Вот так вот. Бибоп ей под срачничком так хоп, да, подтолкнул ее слегка, и она упала. Ладно, мы двигаемся с вами далее. Так, воин 3 звезды, есть, есть. Так, 96-я позиция. Ну, сейчас позиции даже и считать не стоит, потому что это, ребят, все временно. Так, кого возьмем-то с вами? Я думаю, что вот этих вот. Тут все-таки Леонардо бронзовый, Крис бронзовый. Да, пожалуй, возьмем вот этих. И уровни 20-19. Самое то, что нам нужно. Вот таких вот ребятулек мы с вами берем. И идем зажигать. Так, с кого начнем? Давайте, наверное, мы начнем с вами... Ага, он начинает. Вот так вот, ребята. Ладно, будем Бакстера. Или Лео вначале. Блин, я даже не знаю. Или Криса даже. Слушай, давай Бакстера. Нет, лучше Криса. Давай Криса попробуем. У нас... Да, должны мы его, по идее, завалить. Успеть. Ага. Так, слушай, отлично. Отлично. Так, Кунаичи, сможешь добить, а? Добей, пожалуйста. Плиз. Нет. Хотя, подожди, ребят, не все потеряно. Ага, все. А, минус. Так, мы, наверное, с вами здесь... Не будем ничего делать. Давай-ка вот караечку, наверное, накажем.
не наказали. Блин, хильнуться успеем с вами? Да должны, по идее. Должны, по идее, ребята, если... Оу, хорошо пошло, смотри-ка. Ну, минус? Минус карая, отлично. Так, возьмем теперь в оборот Бакстера. Как только у меня будет ходить, ребята, Кирби-мышь, естественно, сразу будем хиляться. Ага, постепеночку повесили. Вот, и вот хиляемся, все отлично. Теперь нас ничто здесь не возьмет. Ой, Лео, я думал, ты будешь хиляться. Ты даже этого не стал делать. Ну что ж, извини тогда, братюнь. Ты подставил Бакстера, ну и, соответственно, подставился сам. Сейчас мы его разберем же. Пумс. Слушайте, вот Кирби сам по себе... Оу, тихо. Сам по себе Кирби ватный, ребята. Он только ценен ради хила. Все. Вот. Ну, еще у него, конечно, есть вот эта вот массовая атака, ультразвук. Но прокачивать это все нужно, тогда будет эффект. А сам-то по себе он ватный, понимаете? Сам по себе он такой мягкотелый. Ну что же, мы с вами в элите. Одна звезда, это уже хороший знак. Очень хороший. И мы двигаемся дальше с вами. Так, будем, конечно же, выбирать с вами вот лигу элитную. Зачем нам, да, на лигу воинов, когда вот нужно здесь идти. Но и как мы видим, ребята, монстрики. Монстрики, ну конечно же, это не монстрики. А герои стали уже 20... За 20 уровень, короче. Поэтому берем вот этих вот 24, 25 и 22. Это номинал, поэтому... Слушайте, я думаю, что у меня есть персонажики. Да, есть. Так, Шинигами, Рафаэль, Лео и... Ну, зато у нас, ребята, трехзвездочный золотой. Должны пробиться. Должны бы здесь наказать. Пускай мы и одинакового уровня. Главное здесь, знаете что? Ликвидировать Гекка. Знаете почему? Потому что он дает... Тихо ты! Ой, Шинигами, какая же ты слава... Ой, нет, ребят, не успел. Я вот хотел как раз до того, чтобы он... А он, видите, успел все-таки сделать скорость. Ну и что ж тогда нам делать? Хила у нас здесь нету, нету. Провокаций тоже нету, блин. Ну давай пробовать карайку тогда подбивать. Ай-яй-яй, сейчас кто-то упадет у меня. Вот чую, чую... Так, а что это у нас за... Лео вдохновляет, так, увеличивает силу атаки на 40%. Слушай, это, конечно, хорошо, но не сейчас. Не сейчас, не в данный момент. Так, и нам нужно... Блин, я знаю, что он мощный. Так, попробуем вот таким вот ударом бомбануть. Ага, так. О, поджарим-ка всех. Блин, ну почему постепенка не упала? Не-не-не, Шинигами, не падай, пожалуйста, не падай. Ага, хиляет, хорошо. Фух, ладно, он хильнул. Давайте будем добивать с вами вот Рафик, блин, да чтоб его, ребят, не получилось. Я старался, я пытался, я хотел, чтобы Шинигами у меня выжила. Но не вышло ничего. Вообще, надо будет впредь запомнить, что если мы с вами идем вот на такие разборки, да, лучше взять нам с вами какого-нибудь маленького слабенького хила. Ну, вы видите, да? Я не мог просто Шинигами спасти только лишь потому, что никак ее не мог подлечить. Был бы хиллер бы, она бы выжила бы. И мы бы здесь бы справились бы с вами. А так, ничегошеньки у нас не получилось. Видите, опять мы мажем, потому что Кирби на себя повесил офигенный уворот. Ну, я думаю, что это его не спасет все-таки. Ага, все. Блин, ну Шинигами, конечно, мы потеряли. Соответственно, бонус у нас будет... слабенький. Хоть это на начальных порах и не особо так видно, но, понимаете, это очень хороший старт. И нам нужно быстро стартануть. Сейчас бы мы уже были бы с вами, наверное, на элите 2 звезды. Ну, а так пока никак, ребят. Пока стоим на месте. Ладно. В общем, будет это для нас уроком. Я думаю, что здесь нам надо выбрать, наверное... Блин, я не знаю. Я не знаю, что-то какие-то тут жирные все, толстые. Давай вот этих вот возьмем. И кто у нас тут на подходе? Ага, Рокстеди Хан, Микеланджело и Дони, да? Хм. А ну-ка себе посмотрим. Я знаю, что Микеланджело у нас имеет хил. То есть, если что, мы сможем с вами подхиляться. Так. Сработает на всех? Ой, красота-то какая несусветная, ребят. Ликвидируем, блин, в первую очередь Гека. Он нужен нам мертвым. Да я просто... Да что ж ты...
Бесит, вот бесит он меня вот этим вот своим вот ускорением, которое он вешает. Естественно, они сейчас будут все быстрее делать ходы. Все, понесло. О, еще и Раф делает провокацию. Блин. О, промахнулся. Слушай-ка, а мы же тоже можем провокацию, да, с вами сделать? А ну-ка, давай-ка. Опс, да. Хорошо, ну-ка, Хан, опс. Так, у нас еще есть подхиливание, не забываем об этом. Блин, у него тоже, кстати. Ладушки. Так, Рафик, ты когда с ним... А, все, у него пропала, ребят, по-моему, провокация. Вот сейчас Гекка Монда и получит свое. Блин, да что ж ты не добил-то его, а? Вот так, отлично. Так, теперь мы с вами... Давай вот этого вот Рафика уберем отсюда, с поля боя. Нет, не получилось, а сейчас... Вот, все, ликвидировали. Ну, а теперь, наверное, возьмемся с вами мы и за Бакстера. Кья-тыч! Пол хп сразу снесли. А ну-ка, добьешь? Не, Майки, слабоват ты еще пока. Ой, Рафик. Выеживается, чего выеживается, непонятно. Думает, что он сможет меня здесь победить. А я вот так вот повыпендриваюсь. Да-да-да, я повыпендриваюсь, ребят. Хоть в коем-то веке использую хилку. Ну, добьем? Да. Прямо кия в пузо ему ногой. Хан звезданул, и все, и Рафик упал. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Ну. Элита 2? Далее, элита 2 звезды. Вот это уже радует меня. Поехали далее. Так, а здесь у нас что? 12-14 и... Фу-фу-фу-фу. Вот, я думаю, что вот этих мы с вами возьмем, да? Звать его игрок. Ну что же, игрок, давай мы с тобой, наверное, немножечко подеремся. Выясним, кто у нас тут круче. Ой, ребята, сейчас он как от лисички-то от моей получать будет люлей сладких. Не верите? Сейчас увидите. Сейчас увидите. И даже Гекка Монда здесь не спасет. А знаете, почему не спасет? Потому что я, наверное, его сейчас... Подожди секунду. Нет, я должен его накрыть. Должен, ну... Ай... Так, ну что, лисичка, твой выход. Блин, я забыл, как же мы тебя прокачали удары-то? По-моему, вот этот вот у тебя хорошо прокачан, да? Да ну ты, брось ты. Бомбани. Есть. Слушай, нифига, я что-то ошибся, ребята. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну у нас есть Донни, он тоже у нас хиллер. Так что мы пока с вами играем на расслабоне. Так, а я вот, кстати, искры из глаз. Я многие удары, ребят, еще не делал, поэтому как бы вот в первый раз. Ох, хорошо-то как его. Так, хорош бросаться. А, ой, надо, по-моему, уже, ребят, лечиться нам. Надо отлечиваться. Ну-ка посмотрим, как вот этот удар. Слушай, нет, что-то не то, ребят. Да что ж ты... Так, все, пора лечиться, ребят. Здоровья маловато. Ой, а он лечит-то как слабо. А ты как лечишь? Ну-ка покажи. Ай, тоже слабо. Нате вот вам всем. Ой, меткость понизили. Практически всем. Все, Бакстера нету, и это уже хорошо, ребята. Так, у этого меткость понижена. Ну что ж, надо нам сносить Донни. Мне нравится вот это. На, главное, фас. Не-не, ой. Ёлки-палки, да нет. Блин, повезло, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй, да не... Фух. Ребят, я боюсь, что они сейчас его забьют. Успеют, наверное. Очень опасно, очень опасно, очень опасно. Да гаденыш ты такой-то. Ну, у тебя же меткость была понижена. Как ты мог попасть, а? Как ты умудрился попасть, а? Вот и скажи мне, Микеланджело, каким чудодейственным способом ты пробил... Ну, меня больше интересует, каким чудодейственным способом мои-то мажут. Каким макаром-то? Что не так? Вы же вроде бы все отлично, и у вас все в руках. Я не знаю, вам все карты в руки. Вы не хотите просто играть. Вы просто не хотите побеждать. Вы знаете, вы как наша сборная по футболу, елки-палки. Вкладываешь, вкладываешь, а никакой отдачи, ё-моё. Не знаю, ребят. Ну, не знаю, прям раздражает, и все, хоть ты тресни. Ладно. Давай вот этих вот возьмем. Вонга. Возьмем Вонга. 30-й левел уже пошел у нас. Отлично. Отлично. Как раз мне под статушки.
Так, 30 уровень, да? Ну, тут есть, конечно, майки 31 уровня, поэтому мы сейчас с вами немножечко... Вот, вот, как раз армагончика-то и испытаем. Да? Да. Ну-кася. Да ладно, опять первым ходит, а? За серия. Ладушки. Так, давай-ка мы, наверное, Криса будем отсюда убирать. Он нам не нужен здесь. Тыч, тыч, тыч. Нормуль. Хорошо пошло. Так, этот стреляет. Да ладно, вы хотите мне Лео, что ли, убрать с поля боя? Эй, сосунки. Что за дела? Я... Угу, так. Ты посмотри, блин, а. Так, он усилил атаку. Ну что, ребят, запускаем, да? Вероятность 65% уменьшить силу атаки. Да, будем уменьшать, блин, силу атаки. Опс. Почти, почти, ребята, всем досталось. И кого же нам убрать? Хе-хе-хе. Давай, наверное. Черт, я не знаю кого. Ладно, давай так сделаем. Не заморозили, блин, шиша. А ну-ка, бомбани. Накажи их всех. Ага, накасал, блин. А так, если... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О! Вот это... Ну, лучше пускай ребят похиляется, чем будет бомбить здесь. Кого, кого, кого? Ух, повезло-то нам как. Ну что, Гека, по-моему... Тихо ты. Ну, Ваньку, Ваньку можете трогать. Давай посмотрим, что это за ловушка у нас. Так, 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 так. И... Ой, просто сожрали мы его. К ядре, не фени. Так. У него, я смотрю, атака-то усиленная, ребята. Ну-ка, если бомбочку... Подобьем его? Подбили. Так, ну что, остался один Микеланджело. Я боюсь, что... Хе-хе-хе-хе. Я думал, он будет Леонардо бить. Но нет, он почему-то не стал. Ну и за это, естественно, он поплатится. Все, готовченко. Так, ну а мы с вами двигаемся, ребятушки, дальше. Ух. Так, бонусный мутаген получили. В полном объеме. Элита 3 звезды. Полтишочек. Погнали. Так, 13-15, 13-15. И мы выбираем, выбираем. Я выбираю. Я выбираю, наверное, вот этих вот, ребят. Вот этих. Да-да-да. Только лишь из-за того, что здесь Гекамонда бронзовые 3 звезды имеет. Слушай, а уровень-то 34 уже. Хо-хо. Давай-ка мы сделаем, знаете, что с вами? Мы возьмем тоже кого-нибудь покрепче. И желательно массовика. Вот так вот мы сделаем. И, пожалуй, вот так вот. Да. Чем больше массовых атак, тем лучше для нас, ребята. Угу, у него здесь хиллер, да? А, ну, как всегда. Микеланджело решил вот так вот сделать. Хм. Ну, естественно, этот успевает всегда сделать ускорение. Каким макаром, я не знаю, ребят. У меня тоже Гекамонда, но почему-то он у меня нифига не ускоряет. Так, минус 2. Ну что же, погнали дальше. Просто бомбим и все. Да ладно, блин. Слушай, Лео, успокойся. Так, этот будет сейчас хилять стопудово. Ну, естественно. Он думает, что это ему поможет. Нет, это ему не поможет. Так, Пиццелицева не трогать. Пиццелицева, я сказал, не трогать мне, блин. Так. Давай-ка Пиццелице отомсти. Хорошо у тебя вышло. Ну, блин, да чтоб тебе, а? Ну, ты достал уже, ну. Ты достал, вот. Я не знаю, блин. Пиццелице не мог у меня просто вот так вот взять и упасть. Ну, он не настолько ватный, ребят. Ну, упырь, а. Ну, упырь. Достал ты меня, а. Да посмотри, ребят, сколько мы его бомбим. Че, он такой охрененный лидер прям, да? Прям вот непробиваемый. Ты посмотри, а. Офигеть, это мне надо было две волны, ребята, сделать моими персонажами, чтобы убить Лео с маленьким кусочком там ХП. Офигеть. Не встать. Вторая позиция, едем далее, ребят. В самураях-то мы точно сегодня окажемся. Как пить дать, я вам говорю. Так, 13-16, выбираю вот и... Подожди, 30... Ого-го-го. Так, здесь нужен мне железная голова, ребята. И погнали. Так, так, так. Слушай, а мы забомбим одной головой-то железной? Ха-ха, меня сомнения берут какие-то. Небольшие. Вот так тогда сделаем еще.
Слушай, если сейчас инициатива будет не за нами, я не знаю, что тогда с этой игрой. Нет, за нами. Смотри-ка, в коем-то веке ее просто. Тудуч. Чё, блин, творится, а? Ну-ка, железноголова, помогай нам. Минус один. Ну, и то, ладушки. И то спасибо большое. Не, ну ты тут можешь хоть тыкать, хоть... У меня нет слов. У меня просто нет слов, ребят. Вот обязательно хоть одного уронят. Обязательно просто-напросто. Вот знаете, вот как вот... Как вот прописано. Вот, упасть и не встать. Да. Ладно. Болотники. Получили свое. Я не знаю, почему я так переживаю за... упал у меня один. Ну, я не знаю, почему-то вот у меня, знаете, мания такая вот идеальности, может быть, так назвать ее. Я прекрасно знаю, что этого никогда не будет, но вот стараешься, и чем больше стараешься, тем хуже получается, если честно. Так, ладно, возьмем Карай, возьмем Микеланджело, да, и возьмем своих маленьких ребятулек. Вот этих вот. Я знаю, ребята, что они могут отгребсти, причем по полной программе. Но нужно их брать, обязательно брать, чтобы как-то реализовать всех своих персонажей. Начинаем с Крика. Слушайте, Крик у Карайки очень неплохо вышел. Микеланджело, ну смотрите, понизили скорость, да, и понизили большинство атаку. Это хорошо, это большой плюс для нас. Блин, ну куда ты хиляешься? Ну что ты вот вечно лезешь-то, а? Эйприл, вот... Так, подожди-ка, у нас тут где-то есть... Секунду. Ага, вот он, по-моему. Вот это нам и нужно, ребята. Вот так вот. Да ёпрасы, ну ты и ватный, блин. Я сколько раз говорил, ребята, что этот острозуб, он просто ватник. Вот есть вот, я не знаю... Есть слабые, да, персонажи, а это ватные, просто... Я бы его назвал бы даже Жижа. Жижа, несмотря на то, что он такой здоровый там. Жидкарь полнейший. Да. К северу пал, ёпарсете. Ну и командочка, а. Ну и командочка жидкарей. Вот взял на свою голову. Я, правда, честно говоря, не могу понять, ну, я что, надеялся, что у меня Карай и Микеланджело здесь справятся? Это как-то было глупо, если честно. Я здесь сам виноват. Я здесь сам, ребята, виноват. Что-то я не то сделал, конечно. Хорошо, ладно. Впредь этого, надеюсь, у нас не повторится. Так, понизили. Причем, ребята, они били нас с пониженной атакой. И били довольно хорошо. Как будто и вообще не было этого, знаете, бафа на них, антибафа, я бы даже так сказал бы. Ладно, все, готов, готов. Двигаемся с вами дальше. Нет, ну, в самурае ты мы сегодня обязательно с вами попадем, как я уже говорил, как пить дать. Но такими, конечно, темпами мы будем туда добираться. А, мы уже в самураях. Добираться мы с вами будем очень хреновенько. Ну, сейчас будем в самураях. Две или три звезды самураев у нас точно будет. Это точно, я вам говорю. Главное не оплошать в этот раз. Слушайте, я могу делать легко и просто. Смотрите, я беру, например, Леонардо, да? И берем вот этих вот шалопаев. Если сейчас Леонардо не будет ходить первым, а он должен, ребята, потому что у него очень большая инициатива. Все, смотрите, что мы делаем. Вот так вот делаем, и они должны упасть все. Пумс, все. Как говорится, меньше возни и большая продуктивность. КПД офигенные просто у нас. Погнали. Сразу же, упс, на две звезды, видели? И это еще не конец, это еще не предел, ребята. Да, Леонардо я взять не смогу. У нас нет, ребят, к сожалению, билетиков на откат. Но у нас есть еще и другие персонажи. Не стоит об этом забывать. Например, у нас есть Зек. Так, малышей больше не осталось. Добираем своих вот этих вот маленьких. И возьмем-ка мы... Да, почему бы нет? Фу. Тигр даже вполне здесь зайдет. Своим выстрелом, понижающим
как это сказать, защиту. Очень хорошо должен зайти. Все, там один упал, к тому же. Так, сносим, ребят, сразу Микеланджело. Он нам тут не нужен. И все, Леонардо. А мы вот так вот сделаем. Точнее, там не Леонардо, там Рафик был. Ага. Так, пшикнул, а мы вот так вот. Опс, и все. Тут тоже очень хорошо, ребят. Ну, вы сами видели, Зэк, когда бросил бомбочку, там практически здоровья у врагов не осталось. Мы просто добили, и все, грубо говоря. Так, и позиция у нас какая? 37-я. Шикарно. Причем у нас еще довольно много героев. Так, выбираем мы с вами. Да, вот этих вот. Так, ну что, тут у нас 46-й уже уровень идет. Выбираем вот этих вот. Также возьмем с вами, наверное, Рокзара и... так вот, нейтрализатора. Слушайте, я думаю, что сейчас мы здесь разрулим. Я надеюсь, знаете, на что? На гранатомет нейтрализатора. Ну, сейчас посмотрим, короче. Вначале делаем, естественно, провокацию. Провокацию. Теперь караечка пускает кунаи. Блин, вот это вот... ах, вот он как решил сделать. Так, ладно. Вот этот ничем не нравится, ребята. У него массовая атака. Этот хиляет. Кого будем в оборот брать? Давай, наверное, Леонардо. Промахнулись, блин. Так, ну, Рокзара им пока не пробить. Но у него сейчас упадет, ребята, провокация. Ого, вот это ты бомбанул. Чудило. Сняли, да? Бонус мы с него сняли. Так, ну что же, погнали. Ого. Хорошо, так, теперь кого добиваем, блин? Давай, наверное, вот этого прихлопнем. Ага, теперь бы нам Леонардо убрать. Ой, не получилось, к сожалению. Хиляемся. Почему хиляюсь, ребят? Потому что у нас еще есть один хиллер, это Эйприл. И он хиляется, а, ты посмотри на него. И он хиляется, причем довольно неплохо подхилялся. Так, ладно, я попробую дальше пробивать. Ну-ка, ногтями его пробьем. Есть, отлично. Так, теперь у нас Бибоп. Бибопа тоже нужно желательно сразу же уничтожить. Все, атаку мы ему понизили. Ну, этот снимает негатив. В принципе, нам это не важно. Так, пробьем. Так, защиту мы ему понизили, да? На кого? На Бакстера. Блин, плохо, ребята, плохо. Давайте хиляться. Потому что Бакстер может упасть. Добьем? Нифигашечки не добили. Так, ну-ка. Минус. Ну и все, ребята, остается тут у нас совсем ничего. Блин, я вообще-то хотел... а хотя, в принципе, давайте Криса уберем. Опс. Дальше у нас идет Микки. Так, давай-ка. Нет, давай вот так ударим просто. Есть. Да, чуть было Бакстера с вами не потеряли. Ну, вовремя, как говорится, мы очухались и успели прохиляться. Ну что же, двигаемся дальше. Самурая 3 звезды. Вот то-то и оно, ребята. Фух. Так, у нас, по-моему, с вами сейчас будет последний бой. Так, а почему последний? Потому что, ребят, героев больше не осталось там у нас. Возьмем вот этих вот. Так, смотрим. Ой, у нас даже нехватка, ребят, представляете? Раз, два, три, четыре. И все. Да, ребята, больше никого абсолютно нету. Ладно, придется вчетвером проходить. Ну, а что ж поделаешь. Так, поехали. Начнем, пожалуй. А тут, ребят, вообще без разницы, с чего начинать. Они у меня слишком сильные, ничего здесь никто сделать не сможет. Все, мы сейчас просто тут размажем их по стенке. О, видите, что тут происходит. Так. Ой, бедняги. Бедолаги. По-другому не назвать. Ну. Да. Изи-катка, ребята. Что еще я могу сказать на это? Ничего, все. Порвали, победили. Как говорится, если бы у нас еще были бы персонажи, конечно, мы бы еще бы с вами повоевали, но... все-таки самурай 3 звезды, это, я считаю, шикарно для первого старта.
Так, в принципе, можно было бы, ребят, сходить на испытания, но я, знаете, что думаю, что мы с вами это оставим на следующую серию, например, на завтра, да? Вы мне пишите в комментариях, согласны вы на это или нет, или вам все сразу подавай, а потом неделю затишья, так скажем. Так, ну, зато у нас, ребят, еще, по-моему, есть сыр, поэтому я думаю, что нам нужно сходить и посмотреть осколочки. Правда, я уже кое-что поискал, я не знаю, сколько... Так, вот Бакстера точно я искал сегодня. Эй, не это мне надо. Мне надо не это, мне надо... Да, ребят, еще... Еще 6 минут, ну 7 минут ждать до отката. Слушайте, тогда, наверное, нам надо поискать. Так, кого нам надо поискать? Вот, Крипа, например, можем поискать. Да, его я точно не искал. Сколько у нас там сыра? Я что-то как-то... Пиццы, точнее. Ну, пиццы не так уж и много, 54. Еще, как говорится, не успела она накопиться. Ладно, потратим. Так, все, здесь пиццы как будто и не бывало. Ну, все-таки хорошо, что Армагона мы сегодня прапали с вами. Очень, да... А, смотрите, Макмана можем немножко поискать. Буквально чуть-чуть. Капельку самую. Три попыточки нам дали. Ага, одна очень даже хорошо зашла. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь получится. О, вторая сработала. И давай тогда уж третью. Ух ты, ребята, и третья сработала. Изи. Мне нравится, когда все попытки срабатывают идеально. Так, ну здесь что? Слушайте, мы в принципе... О, смотрите, у Джастина... Нет, погоди-ка секунду. Джастина мы можем с вами поднять. Ах, секунду. Ребята, мы с вами так, по-моему, и не сделали то, что хотели, или сделали все-таки? Нет, не сделали. Ха-ха-ха. Нам... Твою дивизию и пицца закончилась. Блин, да почему же я так поздно вспомнил-то? Ребят, нам нужно две книги для того, чтобы прокачать до 6 уровня наш танец с мечами. Да-да-да. Так, ну у нас еще есть, смотрите-ка, сюрикены. Может быть, нам стоит забежать в магазин и глянуть, что мы можем с вами приобрести. Так, ну что, мы можем взять Макмана 5 ДНК и Донни 5 ДНК. Давайте Донни возьмем, наверное, да? Вот так. Да и Макмана тоже возьмем. Вот так вот. Так, смотрим по этим, что у нас. 80 очков, ребята, 80 очков. А мы с вами собрались скачать Шреддера, да? Поэтому нам надо копить. Надо копить, пока тратить мы не будем с вами. Ну что ж, дорогие мои друзья, а тогда на этом мы с вами закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр. Вы пишите мне в комментариях свои пожелания, свои просьбы. Я, естественно, почитаю, намотаю на ус и... Что-то будем с этим делать. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.